Пятый класс, 13 серия. Можно ли разменять 200 рублей при помощи 55 монет достоинством 1 рубль и 5 рублей? Обратите внимание, что достоинство монет 1 и 5. Числа 1 и 5 – это числа нечетные. Вам нужно, чтобы у вас было 55 монет. Нечетное число нечетных слагаемых. Если число нечетных слагаемых нечетно, 55, то значение суммы будет число нечетное. 200 получиться не может. Ответ: нельзя разменять 200 рублей при помощи ровно 55 монет достоинством 1 рубль или 5 рублей. Ответ: нельзя.